У Гомельской области распачался сезон осенних сельскогосподарших кермашов. Старты дадены сегодня на площади Ленина у Гомеля. Свою продукцию гомельчанам пропонуют сельгаспродприемства, фермеры и особистые подсобные господарки, а так само предприемства гандлю и громадского харчевания. Осенние кермаши давно зарекомендовали себе как эффективный способ звести у одном месте с пожилца и вытворцу. Первые отрымливают богатые ассортименты и приемные цены, иншая – макчимость представить свою продукцию и заработать. Пенсионерам это очень помогает. Вы посмотрите, картошка 35 копеек. На базаре, до базара еще дойти надо. А здесь вон с Пушкиным мы пришли прекрасно. Все есть. Выехали, можем предоставить весь свой товар, что имеем там, все это самое. Вот. Ну, видите, работаем с широким спектром этих продуктов. Картошка, смородина, саженцы, клубника, саженцы. Ну, кукуруза вот сейчас у нас хорошая, вкусная такая. Люди берут, нравится. Ассортимент продукции с гомельских палетков самый разностайный. От традиционных бульбы, цибули, помидоров, яблоков до винограду и кавунов. А пошние, до речи, давно перестали быть экзотикой в наших краях. Так само на кермаши можно набыть саженцы, рыбу, молочные и мясные продукты. Для маленьких гостей живы в уголок сельскогосподарчими живелами. Кермаш на площади Ленина будет працевать и в неделю с 10 до 19 годин. В дальнейшем все ярмарки будут проходить на разных площадках и в городе, и в районных центрах, и в крупных агрогородках. И эти ярмарки продлятся до конца октября. При наличии погодных условий мы ярмарки обычно продлеваем еще и на ноябрь. Но это если будут хорошие условия.